И так считай каждый новый. Вот постолько. Не буду обрезать, пускай уже люди сами решают, да? Что-то мы с леса выехали прям в какие-то дома. Прошли мы дальше. И вышли, вот та дорога вела нас в такое место красивое, какое-то озеро. И тут нашли мы друзей. Там очень красиво, вот там. Я не знаю, что это. Река. Угу. Я не знаю, что типа это. Типа какой-то как цветочек. О, внутри что-то есть. Смотри. Сколько малинки. Фишки в сапогах твоих лежали. А что это? Фишки? Угу. А что Вери. Это за фишки? Долго мы уже, конечно, ждали этого дождя. Сейчас уже середина сентября и наступает холодное дождливое время. Салатик наш еще пока растет, еще он не портится. Надеемся, что он еще чуть-чуть подержится. В предыдущей серии где-то здесь мы находили красную клубнику и было достаточно много зеленой. Сейчас мы ее поищем, что с ней тут. Что-то не получается найти. Ну, в принципе, кто смотрел наши серии, тот помнит, что мы рассаживали клубнику. Саженцев у нас очень много. Усы попускала второй раз клубника, которая здесь растет в грядке. И куда вот это все девать, мы пока что-то с Яной не определились. Сделаем себе еще тут одну грядочку. Вот здесь вот на этом пятачке будет грядка еще одна для клубники. Ну а все остальное, я не знаю, наверное, будем давать в объявлении и продавать. Даже это неплохо, правда? Угу. Видишь, сколько помидорок. Они не чернеют? Нет. Видишь? Ну, бывает где-то вот попадается. Ну вот. Покажи немножко. Его надо срывать. Его же срывать сразу. Надо еще удобрить. Ну, видишь, эти хотели, чтобы отрасти. Они немножко отрастают, но они не успеют уже. Ну, все равно. Покушать есть что? Да? Спасли. Что, всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Дела Семейные. Писали подписчики, что мы киви не показываем. Вот у нас целое такое вот. Есть киви, но в этом году еще не дало плодов. Мы читали, что где-то на четвертый год. Ну, через 4 года, да, наверное, они вот только начнут. Оно вот так может быть, цвести там что-то. Да, нужно направлять. Вот. Ну, посмотрим. Это у нас третий, наверное. Третий? А может, третий или четвертый год? Это может, был? Даже и четвертый. Не знаю. Ну, видите. Писали, кстати, что у вас, наверное, клубника дает 2 раза в год. Нет. Это ранний сорт. Мы узнали. Называется он Брила. И он не дает 2 раза. Это просто не знаю, чего она так зацвела. Нам надо уже начинать заниматься клубникой, наверное, да? Угу. Это нам надо подготовить. Я уже говорил подписчикам, что вот на этом куске мы будем делать. Угу. А тут тоже 2 получится грядки у нас, да? Ну, кстати, я не знаю. Больше похоже на одну. Одну ты куда? Нет, 2. 2, наверное. 2 вот так же, как эти получится. Вот она одна. Да, 2 будет. Просто одна. 2.
Это надо все перекапывать с навозом и тут разбираться, рассаживать, а все остальное, не знаю, я объявление дала, ничего никто не, это не звонит, не пишет. Раздадим куда-нибудь, нет, высадим. Куда ты что, высадишь, что надо? Да куда, куда-нибудь еще высадим. Мы же картошку не садим, садим. Найдем куда-нибудь высадить. Да. Так давай, может, сейчас вот тут чуть-чуть уберемся. Это повыносим, и, может, в лес ездим, погода, прогуляемся. Давай. Чуть-чуть отдохнем. Хорошо. Поедем? Пахнет так перцем. Видишь, спелых сколько. Там далеко красный. Ну там желтых вот, много, смотри. Да, что-то желтых. А там уже спелые есть. Так там сказать. Много желтых, смотри. Сейчас сорвем кушать домой. Красненькие. Красота. Только что раньше немного. Не знаю, надо, наверное, рассады садить раньше. Смотрите, какие тыковки выросли. Это на навозе, просто семечки, видно, кинули или что, не знаю. Так и растет на той куче, дедушка пособирал. Прям такое по-осеннему, да? Ты скучаешь по хутору? Дежавю нахлынуло на тебя. Ну, мы, короче, детей развезли. Надик в школу. Я говорю, что прошел 2 дня, верно? Ну, тут уже всю эту неделю пасмурно, да, и такое, такие морося. И так по нормально часов. Это я говорю, поехали, съездим, может, грибы найдем. Я как будто, где вот мы живем, особо не знаю лесов. Но мы посмотрели так от нас недалеко и решили проехать. Так пахнет, вообще не могу. И такое все мокрое, это, ну пока мы, короче, грибов не нашли.
Ну, походим еще. Очень красиво. Тут березы, елки. Вообще, да? Какое-то такое место нашли прикольное. Смотри, выходим и прям берез. Это я вспомнил, как мы в школе ездили садить. Только мы не березы ездили садить, а сосны. Просто в середине, да, леса. Угу. Такой целый пятачок. Как-то ничего не нашли. Угу. Но мы сами не рассчитывали найти грибов, потому что еще только неделя как-то жара ушла. Да, еще рано, я думаю. Просто прогуляться хотелось. Ну, такая погода была такая грустноватая. Угу. Очень красиво, правда? Ну да, красиво. Поехали дом чем-нибудь покапошимся. Поехали. Детей уже скоро забирать. Поехали. Что-то мы с леса выехали прям в какие-то дома. Ну, мы выехали какой-то другой вот, стороной. Лес заканчивается и дома начинаются какие-то. Сейчас будем навигатор включать. Слышишь, чтобы тут куда забуксовать, надо что-то уехать. Дорога. Интересненько, да? Чип это, пройдемся. Прикольно, лес. А тут с одной стороны и то пару домов каких-то, правда? Там вообще вдалеке, непонятно, ничего не видно. Куда? Туда пойдем дальше? Ну, пошли сходим. Прогуляемся, еще есть время? Да, а потом загуглим, где мы вообще. Пошли сходим. Пошли. Прошли мы дальше и вышли, вот та дорога вела. У нас такое место красивое, какое-то озеро. И тут нашли мы друзей. Там очень красиво. Вот там. Камера все равно не передаст, да? Что, как не снимай, но человеческий глаз это видит совсем по-другому вообще. Очень красиво. Какое-то мы прикольное место попали. Озеро в лесу с двумя лебедями. Ну, такое интересно вообще. И они вот не боятся. У нас только ничего с собой покушать им нету. Но вообще, как их позвать? Ути-ути? Так и что? Ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути. Их ты позовешь, что погладишь? Парочка, как мы с тобой. Да. Красиво. Просто красиво. Тут, слышь, ряски для амурчиков Диминых. Да? Но очень красиво. Мы вообще собираемся отсюда уезжать? Считаю, они уже спать ложатся. Вон, смотри, лапы как. Да, он ее закидывает, а то мы сразу не поняли, оп, подумали, что у него с лапой что-то случилось. Оп, все спрятали. Смотри, он прячет лапы и просто плавает, как лодка. А если ему куда-то надо, он достанет их и поплывет. Все, он сейчас спать будет ложиться. Так да, вот этот уже спит. А, классно. Вообще, это так хорошо. Я на них стрелю, самому спать захотелось. Ну, мне тоже. Мы еще в лесу походили, воздухом подышали. Красиво очень. Смотри, все, и он лег. Татьяна говорит про какие-то носики. Ну что, так в детстве не делал? Не делал? И что?
Ну, прикольно, мы так делаем. А, он типа как прищепка? Ну. Ты что, так не делаешь? Нет. Тут это. На прогулке. Да. В красивом месте. Вот же, сколько носиков. Ну что ты так не делал? Да я не делал так. Напишите, кто так делал. Носики, напишите в комментариях, кто делал я носики. Я тебя моложе и делала, а ты, ну, не знаю. Смотри. Ты не знаешь, что это? Я не знаю, что это. Смотри, какая. Угу. Я не знаю, она что типа это типа какой-то как цветочек. О, внутри что-то есть. Смотри. Кто знает, что это такое? Какой-то типа семян. Косточка какая-то. Она его красит. Угу. Может, кто-то знает, что это такое. Даже очень интересно. Напишите нам в комментариях. Будем уже убирать нашу, как это сказать, систему для огурцов, для плетения. Все уже сейчас прополим и скрутим эту сетку на следующий год. Получилось как это, мотком. Все. И аккуратно размотаем в следующем году. Мы уже так делали. И тут. Давай. Какое крапива. Это колючки. Вот я держу, помогаю. У нас много малины. Опять колючки. Вот еще. Видишь, сколько? Неси сюда чашечку. Сколько малинки? Ё.
Вообще вкусная. Ну, уже потому что спелая хорошо. Угу. У нас пропала. Уже даже переспелая есть. Угу. А есть кислая. Еще одну дай. Угу. Ой. Да, ничего. Давай. Домой соберем яблочки? Ага. Тут есть домой. Можно собрать. Что-то уже выкинем. Гнилое, что-то коровки. Что-то совсем хорошее домой забрать. Ой, видишь сколько. Смотри. Может так им и отдавать? И так считай каждый. Новый. Вот по столько. Не буду обрезать, пускай уже люди сами решают, да? Куда что. Позвонили по объявлению, поэтому продаем. Завтра приедут, заберут кустики. Мы буквально сегодня про клубнику вспоминали. Ну, что никто не звонит. Сейчас люди начнут. Он говорит, я на даче буду сажать. Сейчас пойдет. Не трогай, не кушай. Что-то это слишком много. Я думаю, завтра обалдею, когда увижу. Догнали. Доставка, клубника. О, Лела. А я могу с Лелой поиграть? Конечно. Ну тогда заведи меня. Все. Последний. Сколько? 100 кустов? 100 кустов. Казалось, что это мало. На самом деле это очень много. Получилось. Я проиграла. Все, на такой ноте будем заканчивать, наверное, наш ролик. Вот такие вот у нас дела семейные.
Будем разбираться дальше с нашей клубникой. Конечно, слишком густо. Но уже так больше делать не будем, да? Ну да. Надо было сразу что-то с ней делать. Да. Все. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Ну нет. Не нужно, было колобков. Колобков.